Николаевич, самое большое счастье, что он у тебя есть, и ты у него есть. Вы должны друг друга, как тебе сказать, жалеть, помогать друг другу. Ну, любовь какой. Самое главное, чтобы уважали друг друга. Мы тебя, Сториков, поздравляем от души, любим, обнимаем, целуем крепко. Нет, он проверяет ваши, он этот заботливый. Итак, смотрите, если знаем, нажимаем кнопочку, кто будет первый, тот отвечает мне исполнителя и песню. А если вообще нет, ни то, ни другое не знаете, можно спеть. Так засчитывается. Готовы? Итак. А если проиграл, то команда засчитала, кто проиграл. Итак, первая песня, слушаем внимательно. Так. Гимн Кыргызстана, абсолютно правильно, так. Ну, авторов там много, ладно, авторов не буду спрашивать. Погнали дальше, следующая песня. Опа, так. Ага. Песня? Седая ночь. Седая ночь, абсолютно правильно, так. Хорошо, 1-1. Идем хорошо, погнали дальше, следующая песня. Ага. Песня, кто поет? Пугачева. Алла Пугачева. А вы не подсказываете, они же отвечают. Да. Не, они перевели. Итак, погнали дальше. Следующая песня. Опа. Ага. Так. Не, они-то знают. Они-то знают песню. Так, какая песня? Не подсказывай, не засчитывается. И что? Подсказывать нельзя? Нет. Так. А не знаете? Не знаете? Ага, давайте мы с вами вместе споем, так? Катя Лель, мой мармеладный, абсолютно правильно, даже спели, так. Попробуй, ну а попробуй Джага-Джага, а мы идем дальше. Нет, а, так. Абсолютно правильно, а кто поет? Абсолютно правильно, так. Ага. Итак. Хорошо, идем. Погнали дальше, следующая песня. Кто поет? Абсолютно правильно, 18 дней уже, да. Итак, погнали дальше, следующая песня. Ага. Ну, а так, отлично, Джон Мирзоев. Давайте что-нибудь постарше, а то тут молодняк качает, да. Да, это похоже на Ингрид. На Ингрид? Это Ингрид, это не Ингрид. Кто? Что? Шоколадный заяц, кто поет? Ласковый мерзавец, кто поет? Ой-ой, вы знаете, не подсказывайте. Да ошибайте, если знаете. Да? Прошлого немного жаль. Лучшее, конечно, впереди. Абсолютно правильно. Все вместе. Абсолютно правильно. Так, отлично. Последняя песня. Да, последняя. А кто поет Чунга-Чангу? Чунга-Чангу кто поет? Да.
Да, абсолютно правильно. Чунга-чанга. Итак, дай мне, пожалуйста, что-нибудь слушаем. Итак, Витас, опера номер два. Ну, вы сказали, я хорошо пою, я вас за язык не тяну. А как кто? Ну, как я, да? Итак, слушаю. Готовы? Готовы. Отлично, у вас нет труда, вот так. Кто у нас следующий? Готовы? Главное не спеть, главное станцевать. Не хватило? И в конце обязательно скажите йоу. Йоу, есть, аплодисменты, браво, да. Прям тяжело. Ага. Ой, Свинья! Есть, отлично! Так. Ну, хорошо. Вы зря переживаете. А? Вы зря, абсолютно зря переживаете. Еще такого нет. Ой, ё-ё, да. Какой красивый. И страшно одновременно. Да? Ладно, да, суем руки. Давайте, Лиза. Да, да, да. Ага. Кто там? Лиза? Мне вот хочется вас спросить, кто там? Вы знаете. Точно? Ушки потрогайте. Ушки есть? Это значит кто? Кролик, абсолютно правильно! Вы большая молодец, Лиза. Так, вот что? Тоже кролик, абсолютно правильно. Все, снимаем масочки, смотрим. Вот такие у нас прекрасные. А вы так боялись, Лиза. Пришлось о чем говорить. Все. Пауков. Вы слышали, пауков боятся? Так. Не-не-не, оденется. Все, закрываем глаза. Готовимся пока. Сейчас нам быстренько занесут наш реквизит. Или Малика? Ой-ой. Ой. Ой. Решат, вы не зря боялись. Это реально страшно. Я сам боюсь. Все. Так, пальчики убирают, я закрываю. Ага, все, можете приступать. Суйте руку. Ага. Так. Ой. Ой, что-то укусило? Это моя рука была? Так. Что-то в контейнере. Контейнер не переворачивайте. Будет еще страшнее, если перевернете. Ну, вы сами сказали, я боюсь пауков. Мы это услышали. Это угадаешь? Ришат. Вы... А, Ришат, суйте туда руку. Давайте. Ага. И еще ниже. Ниже и блин. Там нет. Не бойся. Не есть там. Вы хорошенько так руками прям проведите. Пощупай. Пощупайте. В принципе, да. В принципе, съедобное. Еще ниже, да. Так. Ага. Есть вариант. Ильшат, у вас? Нет, там есть. Надо руку туда всю целиком засунуть. Да. Вот, ага. И? Кто это? Какие? Опарыши? Опарыш он толще. А может, это худые опарыши? И он не боится. Итак, ваши окончательные ответы это... Ну, вы говорили, червяки. Червяки, да, абсолютно правильно, да. Можете открыть глаза, посмотреть. Это у нас вот такие прекрасные, красивые, очень даже милые.
мучные черви. А мы идем дальше. Вот такая неоднозначная реакция у всех. Для кого-то какая прелесть, для кого-то какой кошмар. Вы о чем такой это? Все, не подглядывай, Доминик. Все, можете, приступайте, смелее. Прямо по центру. Вот здесь? Что это такое, а? Что это такое? Ящерица, что ли? Ящерица? Это пушистая, да? Пушистая ящерица, да. Мы придумали новый вид ящерицы. Она да. А кошка? А? Что это? Нет, если кролик потрогаете, ушки, ушки есть? Морская свинка тогда. Морская свинка, точно? Да, это морская свинка. Какого цвета? Белая какая-нибудь. Белая какая-нибудь. У вас какая? Не знаю. Не знаете? Серая. Серая. Итак, это у нас абсолютно правильно. Морские свинки. Да, можно открыть глаза, посмотреть. Да, это чуть поменьше, это тоже у него свинка. Сейчас нам быстренько принесут, а пока поговорим с вами. Вот кроме животных, что еще вот, в жизни вам? Чего боитесь? Кроме животных каких-то страшных? Одиночество еще. Давайте 1 метр назад. Шаг. Что делать? Да? Я слышу, да. Это я вот шкребу. Я не буду? Нет, все хорошо. Я не буду. Можно птичка? Попугай? Нет, нет. Доминика как раз агрессивная такая, посмотрите, прям агрессивная. Вы что, угораете? Никто на мой не угорает, Доминика, все хорошо. Да. Доминика, не надо. Все, все готово, можете. Она кусаться будет, да? Нет, будет, не все, кусала, не бойся. Она не кусается. Давайте. Безумная. Она не кусать, она сама тебя. Лучше погладь, она приятная. Она приятная, не бойся, она не кусается. Дома же держат такие. Не бойся, Доминика, не бойся. Много кого дома держат? У нас у друзей такая. Нет, нет, она не кусается. Нет, нет, она не кусается, нет, она не кусается, Доминика. Потрогайте, Доминика. Может, баран? Ну, потрогай. Мы не набитые. На ощупь приятно. А, да. На ощупь должна быть приятно, по идее. Она что-то не очень приятная, мне не нравится. Нет, приятная, не бойся. Как лысая кошка, а может быть это сфинкс? Нас слушает, слушает, как ты ее трогаешь, замерла прямо, замерла, надо же. Ага. Она сама тебя боится. Не бойся. Боится? Погладь, погладь, а то она боится. Чуть-чуть дальше, да. А погладь не бойся, она тебя сама боится. Все. А? Погладь, погладь. Баран? Баран, точно? Да, да. Давайте. Доминика, еще один раз потрогайте я. Ладно. Итак, это у нас игуаны. Абсолютно правильно. Вот такие большие, красивые. Да, да, смотри. Мне нравится, что ее гладит она. Руки теплые, они же земляки. Ну? Вообще это здоровые, блин, да? Больше, чем та. Ой, прям закайфовала, смотри. Потому что ей холодно, она греется от меня, ей хорошо. Ну? Вот так, да? Да, желающие можно холодная, да, смотри, какая? Попробовать. Время у нас еще есть. Кто будет дома? Классница. Мамина помада, все по кисточке. Мамина помада, все
сапоги старшей сестры. Нелегко с тобой, а ты танцуешь со мной. Ты любишь свои куклы, воздушные шары, но дети долго мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Станет ночью темною весной. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаю, седая ночь, и все мои тайны. Но даже триста тысяч планет надо мною, и усталые задачи в небе кружит. Каждый раз просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все-таки жить. Yeah.
подруга, не ради тревоги, я пропыла ноги на дороге. Там любые ноги, один дороги, свое призвание не забудем. Эх, радость приносит людям. Там глазом заманчивые слоны, не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Наша крыша не пока убоя, наше счастье жить такой собою, наше счастье жить такой собою.